Начнем игру, мы все уже пришли. Поднимем наши ручки вверх и тихо посидим. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос здоровым и общительным. Но бывает, что малыш в самом раннем возрасте по тем или иным причинам становится замкнутым. В краевом центре психолога медико-социального сопровождения детей разработали специальную программу, которая помогает ребятишкам воспринимать окружающий мир. Если ребенок плохо разговаривает, если проявляются какие-то задержка в развитии, познавательном развитии, если есть какие-то проблемы с двигательными функциями, со зрительными, слуховыми. Чтобы попасть на занятия в центр, необходимо пройти осмотр врача, который определит, замкнут ребенок или гиперактивен. Девятюш, где у нас орешки? Смотри, вот, Кира, где шишки? Вот умничка, Мишка вам скажет спасибо, помогли. Сегодня на уроке ребятишки изучают весну, трогают настоящие сосульки и знакомятся хоть и с игрушечными, но по легенде уже проснувшимися после спячки медведями. Занятие длится всего лишь полчаса. Это оптимальное время, на которое можно удержать внимание ребенка. У них не сформировано еще произвольное внимание, то есть они буквально концентрируются, это минута 2-3, поэтому приходится постоянно производить частую смену видов деятельности. То есть детям это дает в первую очередь идет направлено на социализацию, то есть подготавливаем детей к детскому саду, то, чтобы они умели входить в контакт со сверстниками, с новым взрослым. И также большой блок у нас идет, это обучаем родителей, бабушек, дедушек, как правильно взаимодействовать с ребенком. Да, трафарет. Родители будут придерживать. Всего-всего Мишку закрашиваем. Вот так, смотрите. Мы пришли сюда, в принципе, ради развития, чтобы быстрее мы заговорили, то есть начали с ребятишками играть, общаться. Мы очень мало разговаривали, у нас был небольшой словарный запас, а сейчас мы уже практически все говорим. В конце каждого занятия обязательное чаепитие. Это тоже часть обучения. За одним столом с мамами и бабушками малыши учатся не жадничать и делиться. А это музыкальный класс. Под звуки фортепиано малышей учат двигаться без стеснений. Тут можно и червячка изобразить, и по ухабам попрыгать, как автобус. Вместе с тем малыши развивают вестибулярный аппарат, а ребята помладше просто учатся держать равновесие. Громко поиграй. Громко поиграй. Данная комната снабжена специально развивающими игрушками по методике Марии Монтессори. Это развитие сенсомоторики. То есть дети обучаются играть с различными предметами, выявляя их свойства, форму, величину. На курс центр сопровождения набирает 20 человек. Это те, кому действительно нужна помощь. Занятия проводятся два раза в неделю. А в апреле ребят ждет первый в их жизни выпускной. Если ваш малыш часто капризничает или не общается с другими детьми, обязательно стоит обратить на это внимание и отправиться на развивающие курсы.